Добрый вечер, дорогие друзья. Я Дмитрий Нагиев. Это супершоу «Шеф-повар». Ах, печалька, печалька. Лишь один из этих красавцев и красавиц сможет стать шеф-поваром ресторана «Клод Мане». Кто именно? Определит наше звездное жюри. Ресторанный критик, гурман всей Москвы Михаил Кочетков. Президент Ассоциации рестораторов России Виктория Орлова. И ваш покорный слуга, лучший ведущий России. Что там России? Просто вселенной. Дмитрий Нагиев. Стоп! Ребят, брак по звуку. Давайте переснимаем все. Ты что, птеродактиль мезозойский? Не учили во время съемок телефон отключать? Извините, забыл. Ты голову не забыл дома, а? Она ведь не только для того, чтобы колпак носить. Ты что делаешь? Самого курдюк вместо головы, а строит из себя пингвин лысый. Да пошел! Я извиняюсь. Здорово. О, здорово. Здорово. Слушай, ну ты нас вчера, конечно, напугал. Я сам напугался. Да? Как все это произошло-то? Помнишь, я тебе рассказывал, что я во сне Катя изменяю? Угу. Так вот, это была Вика. Во сне, во сне. Ну и чего, и как это было? Расскажи подробнее. Я просто, чтобы лучше понять тебя. Ну, она меня позвала в кабинет. Угу. Подвинуть диван. Значит, заходим, начинает раздеваться, целует меня, заваливает на диван. Я говорю, Вика, не надо. Ну и потом у нас все такое. Леонора Андреевна, ваш обед. Ты хороший. Ой, Кать, мне нужно с тобой поговорить. Кать, я все объясню. Слушайте, отвалите оба. Привет. Какая же ты мерзкая. Правильно Макс сделал, что бросил тебя. Денис, может быть, ты объяснишь, что это было? Боюсь, тебе это не понравится. Говори. В общем, Катя думает, что мы с тобой переспали. Что? Что за бред? Какой идиот распустил этот слух? Я? Да я не распустил, я просто рассказывал Косте, а Катя услышала... Что ты рассказывал Косте? Помнишь, я тебе говорил про свои кошмарные сны? На самом деле, мне снилось, что... Ну, что мы с тобой. Вот я это Косте рассказывал, а Катя зашла, услышала, и теперь она не хочет со мной разговаривать из-за того, что мы с тобой спали. Вик, что мне делать? Не знаю. Сам заварил, сам и расхлебываю. Я тебе все объясню, а? Отвали от меня. Так, мне все это приснилось. Я Косте рассказывал сон. Пойдем к нему, он тебе подтвердит. Да ладно. Фига с Денисом? Да, на Нурсун. Пусть меня даже в Шуме депортируют, если я обманываю. Я своими глазами видела, как они на подоконнике этим занимались. Ой, из-за этого же Денис выпал из окна. Бред, не было этого. Кать, подожди. Не трогай меня. Катя. Да. Вик Петрович, а к вам пришли. Кого там еще принесло? Нож убери. А ведь мы к тебе мириться пришли. Я не пью. Смешная история. Я уже ее где-то слышал. А, ты же мне ее рассказывал, когда на работу ко мне устраивался. Дим, я не буду с тобой пить.
Ну, что мне сделать, чтобы ты это понял? Выпить. Ты думаешь, мне легко было прийти к тебе? Так переступить через себя, наступить на горло собственной песни, прийти, мириться. Выпьем? Ладно, я понял. Пить ты не будешь. Давай, Витюша, выпьем за нашу с тобой многолетнюю, большую, волосатую дружбу. Дим, может, не надо, мне еще завтра в твоем шоу выступать. Сдурел, друг. Мне же увести, я пью. Да-да-да-да. Кого мы боимся, Витек? Выйдешь из своей красивой, мощной левой. Раз-раз. Размазал их за тебя, друг. Хорош вискарик. Краснею пристал, а? У нас вон закусона схуга. Стол ломится. Почему цветок виски воняет? Не знаю. А может, он алкоголик, как и ты. Ты что? Хотел меня споить, чтобы я не смог завтра выступить в твоем шоу? Что случилось? Это ничтожество хотело меня споить. Доперло до мальчика. Не весь, наверное, мозг ты еще пропил. Урод! А где барин? Не знаю, бухает, наверное. Ты чего в шапке? Что это? Мозг. Слишком большой, выпирает местами. Извините. Извините, я здесь. Виктор Петрович, с вами-то что? Да ничего страшного, на лысине поскользнулся. Вы не волнуйтесь, я буду сниматься. Угадай, какой палец я тебе сейчас показываю? Ага. Занимайте точки. Вика, нужна твоя помощь. Я же тебе сказала, решай проблемы сам. Меня не впутывай. Вика, она не хочет меня видеть, на звонки не отвечает. Может быть, ты с ней поговоришь? А мне она, конечно же, поверит. Отличный план. Вик. Сень, тебе что-то нужно? А, нет. Ну, иди. Готовься к съемкам. Сень. Я понимаю, это не лучший план. Но у меня другого нет. Поговори с ней. Скажи, что между нами ничего не было. Она думает, что мы занимались сексом. У тебя в кабинете перед тем, как я упал. Здрасте. Они что-нибудь знают? Нет, я никому ничего не говорю, кроме Кости. Пойдем. Куда? У меня в кабинете камера, пишет круглосуточно. Ты сможешь показать ей, что между нами ничего не было. Вик, спасибо. Добрый вечер. Это лучшее кулинарное шоу страны «Шеф-повар». И прямо сейчас мы начинаем турнир на выбывание. Поехали! Thank you.
сам не переживай, Миш, шрамы, они украшают мужчину. Вот у меня то самое, на корпорате руку прострелили дважды, и ничего. Прямо вот садили две пули. Так, надо найти вчерашний день. Подожди, это что такое? И живем. Что? Оксаночка, где обещанный десерт? Как твои кошмары? Хорошо. Не подходи, я прыгну. Ну-ка, ответь оттуда! Ай! Боже мой. Вот. Сделай копию для Кати. Спасибо. Катя. Извини, я тебе потом перезвоню. Я тебя прошу, выслушай меня. Это запись из кабинета Вики. Посмотри, убедись, что между нами ничего не было. Я ничего не собираюсь смотреть. Хотя я не уйду, пока ты не посмотришь запись. Ты уверен? Так тебе и надо, самец собаки. Кобель! Да-да, кобель. Ну что, огрызки, я в финале. Поздравляю. Я прыгну. Денис, ты с ума сошел? Ну-ка, ответь оттуда! Ай! Как дельфины, мы уходим в плавание, ища вторую половину, ища стабильность, сильную. Алло. Ладно, я была не права. Признаю. Он не изменял мне с Викой. Я же тебе говорил, Дэн, хороший парень. Не злись на него. Давай только вот без вашей мужской солидарности. Ладно. Как думаешь, мне стоит его простить? Знаешь, я тебе не советчик. У меня самого в жизни творится полный неразберих. Да, не у тебя одного. Ладно, не буду отвлекать, пока. Пока. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами лучшее кулинарное шоу страны, а я веду только лучшее шоу «Шеф-повар». Третьим участником нашего жюри был Михаил Кочетков, известный критик, но он сгорел, что называется, на работе, причем в прямом смысле этого слова. Я рад, что финальный раунд нашего шоу будет судить Герман Ланц, бывший шеф-повар ресторана «Клод Мане». Стоп, снято. Что, ребят, поправки по гриму. Ты что здесь делаешь? И я очень рад вас видеть, Виктор Петрович. Не валяй дурака. Тебе что, на воле надоело? А, вы об этом инциденте. Если не ошибаюсь, синяки у того парня давно уже прошли. А про видеозапись забыл? Вы не в курсе, да, Виктор Петрович? Я выкупил ее у ваших придурков. Уроды! Вы зачем запись продали? Шеф, мы подумали, он все равно уволился, если так, чего добру пропадать? Шеф, мы откуда знали, что он в жюри придет? Да. Дебилы! Не могли дубликат сделать? Могли, могли, но он за вариант без дубликата предложил очень хорошие деньги. Шеф, не надо! Илюми! Ракетори! Гуанадоны безголовые! Качан, положи качан на место! Сейчас дуй на сцену, народ рукоплещет, ждет. Давай. Я не буду больше сниматься. Кончилось кино. Молодец. Умница. Давай. Чеши. Свою вонючую прошлую жизнь. Только не забывай, там тебя ждет штраф с 5 нулями. Ты же перед съемками бумажку подмахнул, да? Че, попка жим-жим? Ха-ха. Ну вот и все. Это финал, и пусть победит сильнейший!
Что происходит? Тихо, тихо. Я сам. Ты что творишь? Бурундук усатый, а? Сахар повысился, мозг отказал, а? По договору я должен сниматься, я снимаюсь. А готовить я не буду. По какому договору? Быстро готовь баланду, я тебе сказал. И чеши на все четыре стороны, понял? Какой пальчик? Здорово, сейчас здесь прям карапуз. Дим, давай без скандалов. Я тебя не боюсь. Виктор Петрович, можно с вами поговорить? Катя! Извините, пожалуйста. Извините. Кать! О, ты что творишь, урод? Извините. Катя! Ты что? Кать, подожди! Виктор Петрович, вы хотите сорвать мое шоу? А я предупреждал. Он может подставить. Вы хотите, чтобы я потерял свои деньги? А я предупреждал. Можно потерять деньги. Заткнись. Виктор Петрович, не усугубляйте свое положение. Поверьте, в моих силах сделать так, что вы больше не сможете устроиться ни в один ресторан Москвы. Даже обыкновенным поваром. Решайте. У вас минута на раздумье. Минута. Неважно, из меня получился папа, да? Ну, если честно, не очень хороший. Ты не пропускал ни одну игру «Спартака», а на моих днях рождения был где-то раз пять. Прости. Потом я поняла, что быть отцом – это не твоя фишка. Твоя фишка – быть крутым поваром. Делать то, что другим не под силу. Создавать кулинарные шедевры. Вот в чем твоя сила. И это то, что меня восхищает в себе. И если ты сейчас опустишь руки, то ты меня больше никогда не увидишь. Ну, ты же понимаешь, что я не смогу победить. Нагиев этого не допустит. Может быть, это тебе поможет? Что это? Подарок. Слушай, серьезно, мне сейчас не до разборок. Ты что такой борзый-то? За руками следи. Ты следи. Эй, вы что творите? Так отца свалила отсюда быстро. Руки от него убери. Слышь, ушла отсюда! Вставай! Слышь, ты что, дура, что ли? Валите отсюда! Дура, больная? Валите, сейчас ребят позову, на стеки порежут! Все, 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 все. Иди сюда. Больно, дай посмотрю. Все нормально. Больно? Нет, нет, все. Кать, прости меня. Я не хочу тебя потерять. Прости. Со мной это точно не бывает. Мне парни, конечно, рассказывали, что я там молодой. Я это пойду орешков там сметаны наверну. Алло, Дима, ты не мог бы зайти в мой бывший кабинет? Поговорить надо. Одумался, малыш? Кусок славы захотел? Нет, я в курсе, что ты спишь с Оксаной. С какой Оксаной? У меня этих Оксан на неделе.
с финалисткой твоего проекта. Вот тут видео, как вы резвитесь в кабинете Вики. Если эта запись попадет в интернет... Че? Народ скажет, красавчик, Дима. Молодец, такую Оксану уломал. Ну да, уламывать ты мастак. Только что касается основы представления, тут занавес быстро опустили. Не переживай, малыш. С кем не бывает. Так что, если это видео попадет в интернет, тебе никакая сметанка и орешки не помогут. Чего хочешь? Это микроволновка. Она кино не показывает. Я не хочу грязной победы. Давай играть честно. Дамы и господа, мы начинаем финальный раунд. Припущенный голубь в трюфельном соусе. Утиная ножка конфи. Ну что ж, без всяких сомнений, я отдаю свой голос, конечно же, Оксане. Я отдаю свой голос Виктору. Дмитрий Владимирович, ну что, получается, ваше слово решающее? Да. Вкусно, очень вкусно. Виктор Петрович, Вить, я вот знаю тебя очень давно, а по-настоящему, по-хорошему. Я узнал тебя только сегодня. Не думал я, что сегодняшний выбор будет так сложен. Оксана. Оксана очень крутой повар, обладающий всеми теми качествами, которыми должен обладать шеф-повар нашего ресторана. Прошу, я делаю этот выбор. Я делаю его не разумом, уж тем более не желудком. Я делаю его сердцем. Победителем нашего супершоу становится Оксана. С самого детства нас приучают верить в чудеса. Родители рассказывают там добрые сказки, мы читаем книги и смотрим фильмы с хорошим концом. И, повзрослев, продолжаем верить, что в сложный момент чудо обязательно случится и с нами. Но чуду не прикажешь. Иногда оно происходит неожиданно. А иногда чудо наступает тогда, когда кажется, что твоя сказка уже подошла к концу. Что ж, беременность протекает нормально, так что поводов для беспокойства у вас нет. Важно понимать, что если чудо не произошло, значит, ты сам не очень-то этого хотел. И тогда нужно писать сказку самому. Шеф, а что это такое? Это наш новый ресторан.